В Углегорске идет ремонт дороги на главной улице Победы. Работы ведутся по поручению губернатора и в рамках благоустройства города. Автомобилисты сейчас испытывают неудобства и интересуются, когда дорожное полотно уже будет ровным. Управление дорожной деятельности, они планируют все завершить до середины июля. Пока на улице Победы ведется ямочный ремонт, по иронии, на соседней заводской возле сквера провалилась дорога. В асфальте, который уложили в 2019 году, появилась большая яма. Направление пришлось перекрыть, и теперь у углегорцев нет удобной объездной дороги. Управление дорожного хозяйства там было, заказчик. Не сама администрация, специальные организации. А делал эту работу кто? Там совместно проводилась работа, в том числе этот участок выполняла наша ДРСУ. За экспертным мнением мы обратились к нынешнему директору ДРСУ, но дать информацию о том, как получилось, что дорога после капитального ремонта обвалилась, он не смог. ДРСУ асфальтировала, наверное, этот участок без понятия когда-то. Вы там разберитесь, кто был заказчиком. И кто там эта яма, кто был заказчиком тогда? А кто будет сейчас ремонтировать? У администрации спросите. Подскажите, к кому лично обратиться тогда? Дорощуку. Это же у нас самый главный чувак. Нам удалось поговорить не с главным, а с его заместителем. Он пообещал дыру в асфальте временно засыпать щебнем. Пока дорожники уложили на яму деревянные настилы, а направление все еще перекрыто. Когда дорогу откроют, узнать не удалось. Руководитель местного управления дорожно-транспортным хозяйством на вопрос ответить не смог. Вчера был не готов, а сегодня перестал отвечать на телефонные звонки журналистов. Екатерина Петрова, Александр Гагаркин, Углегорские новости.